Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Touareg. Ремонт переда. Итак, владелец машины вместе с другом разобрали передок и вытащили двигатель. Устанавливаем машину на стапель. Машина установлена. Я начинаю ремонт с правого лонжерона. Он меньше поврежден. Первым делом вытягиваю его. Вырезаю кусочек лонжерона, легче будет добраться к поврежденным местам. Правый лонжерон сделан. Теперь ремонт левого лонжерона. Тяну. Теперь мятый лонжерон удаляю. У меня есть хороший кусок.
Ставлю здоровый лонжерон, проверяю размеры и затем свариваю. Все стоит в размер, свариваю. Заканчиваю левый лонжерон и начинаю сборку переда. Все детали в цвет машины и в хорошем состоянии. Их не придется красить. Это все, моя работа закончена. На эту работу ушло 26 часов. Владеет установит двигатель и пару мелочей, а друг ему в этом поможет. И ремонт этой машины будет закончен. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!